Привет, дорогие друзья, и на связи у вас Брус Бро. Давайте прокрутим барабан волосы. Нифига себе, золотой меч с прокачкой на огонь и кнокбэк. То есть наши игроки будут летать на пару метров. И сегодня я буду играть, или как скажем, объяснять вам, как играть и как получать очень много ресурсов в Bed Wars. Для начала мы подождем, пока катка начнется. Вот, кстати, мой скинчик. Но это питомец нового паса. След из старого паса. Вот этот шлемчик я уже давно купил. Ну и так, скинчики на меч и разные безделушки. Как видите, сейчас у нас загрузка. Как видите, у многих сейчас есть такой читерский след. Это читерский след прикольный. Но я до него еще не дошел в пасе, и он мне не очень нравится почему-то. Мне кажется, он не очень яркий, из-за этого мне не очень нравится. У меня также есть вот такой красивый вампирский, так скажем, меч. Потому что этот скин на меч был очень жесткий раньше. И раньше этот след и именно эффект меча был в пасе. Жаль, что этот, конечно, был за донат, и не все его смогли получить. Но, как вы знаете, сейчас можно получить один эффект бесплатно. Вот мои танцы, так скажем, эмоции. Эмоций у меня много, я их, ну, не так часто использую. Так, может, надо отдать, ну, и там, если кто-то придет золотой меч, чтобы кто-то сразу защитился. У меня также есть вот тут в бэкпэке, так скажем, по-английском и по-русски это будет рюкзак. В рюкзаку у меня есть немного ресурсов, там пёрлы, обсидиан и все такое дальше. Я не знаю, мне как-то не хочется идти сейчас на центр, давайте, как ну, обычные игроки, как раньше, знаете, раньше все шли сначала по бокам. Ну, так как у нас тут боков нету, тогда пойдем в середину. И у меня есть тактика, которой вы сможете выиграть каждый бой. То есть, это первое, это рашить в центр, так все пользуются, но это не очень дает тебе помощь, и типа там тебя может закокать, так скажем. И тут, если вы будете прокачивать хранилище, вы тоже можете прокачиваться на своей базе. Это будет немного дольше, но в любом случае это будет более продуктивно. Вот сейчас я накопил 4 алмаза, и мы идем забираем ресурсы, которые уже заспавнились. Вот заспавнились. И также мы прокачиваем нашу добывалку до 2-го левела. И теперь нам будет даваться на 50% больше золота и железа. Я думаю, нам нужно как-то дойти до других генераторов. Это будет более выгодно для нас. Давайте купим джамп ботиночки. Так, прыгучки мне еще нужно купить. Им уже можно отправляться. Так, тут собрали. Давайте пойдем на другую базу. Надеюсь, меня не убьют. Потому что уже есть чувак в алмазке, я видел. Давайте сейчас дойдем до красной базы. Надеюсь, меня там никто не увидит. В конце я вам еще покажу, как сохранять ресурсы. Да, или давайте почему в конец. То есть, зачем задерживаться, я лучше вам сейчас покажу, как сохранять ресурсы, если кто-то не знает. Сохранять ресурсы, чтобы даже если вы умерли, они у вас сохранились, есть такой специальный кейсик на вашей базе. Или на любой другой базе. Типа, вы можете быть на этой базе, но можете свои ресурсы, которые вы положили тут, взять уже, например, на базе зеленых. Этот сундук находится вот тут, вот он. Сюда вы можете положить все, что угодно, и оно сохранится, даже если вы умрете и снова появитесь. То есть у вас они не заберутся, эти вещи. Теперь, так как мы уже насобирали алмазиков, я их положил в сундучок, чтобы они пока что там хранились, я предлагаю вам лучше застроить мою кроватку. Ну как мою, моей команды. Думаю, нужно купить дерево, купить стоуна,
Так, и закрываю, чтобы нашу кроватку не разрушили. Потому что если разрушает вашу кроватку, сразу на 50% у вас меньше шансов выжить. Потому что если вы умерли с кроваткой, вы, то есть, возродитесь. А если нет, это, ну, это все. Это конец игры. Так, давайте еще закроем вот так, чтобы никто не видел. Никто не видел, что тут что-то есть. Вот зеленый, вижу, зеленый. Кажется, зеленый будет попадать. Кстати, напишите, какой броня вам больше всего нравится в Бедварсе, то есть там алмазная, железная и золотая, то есть и какую вы больше всего используете. Я больше всего использую золотую броню, ну, самая красивая, наверное, все-таки алмазная, но очень мало людей ее используют, так как она очень дорогая, и это надо по центре лупаться, пока пытаешься тебя уже кинуть. Но хотя бы маски тебя не убьют. То есть, тут уже так выглядит. Так, я вижу там зеленый. Давайте пойдем. Мне кажется, зеленый при нашей защиты не сможет пройти. Потому что там очень жесткая защита. Это нужно алмазный меч и алмазный топор, чтобы пройти. О, нет, он пошел. Давайте задефаем его, задефаем. Так, вон он. А, он мирный. Но все равно на нашей базе никого. Вот видели, как я только что на пару метров, то есть его опа, отбил. Так, давайте запустим фаербол. Донатный, так скажем, фаербол, но хотя в бесплатном пассе они тоже есть. И кильнем его. Так, давайте пойдем и дальше заберем алмазики, так как нам не хватает только одного алмазика до 3 уровня добывальщик. То есть вы поняли, если вы прокачиваете добывальщик, ну как добывальщик, там где вам выпадают ресурсы, у вас будет их больше, и чем больше, тем лучше. Вот это самое выгодное. Тут всего есть левелов 6 левелов есть, и 6 самый лучший. Я могу заберу сейчас вот тут, что нам сломали кроватку. Как? Там. Красный, быстрее. Мы должны его победить. Так, бьем. Все, мы его убили. Но теперь у нас два. Как он сломал? Мне просто интересно, как он сломал. Как он это смог? Блин, просто вот тут было пустое место, и надо было закрыть. Ну, уже ничего не поделаешь. Так, наша команда пока что живет. Живет наша команда. Я предлагаю вам снова пойти и забрать. Давайте купим яблочко. Яблочко купить 100% надо. Чтобы потом мы смогли регениться. Ну, и сейчас порегенимся. Так, возьмем себе алмазиков. Алмазики очень нам сейчас нужны. Сколько там стоит прокачка? 12, понимаете, ребят? 12 алмазиков стоит прокачка. Это вообще огромная сумма. Но следующая прокачка стоит еще больше. 16 алмазов. Это вообще какой-то разрыв. Не понимаю, как обычные игроки могут столько набрать. Так, что-то алмазики пропустил. Чуть протупил. Алмазики. 10 алмазиков. Нам еще надо на одной базе залутаться. Красным или желтым. Давайте красным пойдем. Красный, сломанная кроватка. Если что, они не смогут нас постоянно убивать. То есть они один раз и все. Ну, один раз я их убил и все. Так, вижу, красный идет. Давайте мы сейчас. А, он не будет. Ну, короче, я сейчас заберу, потом только один. Надеюсь, у него есть алмазики. Все. И сейчас мы прокачиваем до 5 левела. И чтобы вы понимали, нам уже выпадают на базе эмеральды. И эмеральды, они очень жесткие. За них можно купить и алмазную броню, и вообще что, все, что хочешь. Так, у меня блоки закончились, нужно купить блоки. Или у меня они просто где-то... Ого, 1000 блоков у меня есть. Да я думал, что нету. Так, давайте поднимаемся наверх. Вот этим путем пойдем. Тут красный настроил. Опа, нет, желтый с динамитом, убегаем. Блин, затупил. Так, желтый с динамитом, очень-очень опасно. Динамит убивает алмазчика 3 раз. То есть 3 динамита,
Мне написал мальчик, если это золото, все. Где-то с двух раз. А если же, ну, если железо, то где-то один, а без поменьше. Опа-на, два эмеральдика. 9 эмеральдиков, мне с того челика выпало 9 эмеральдиков. Ё-моё, надо купить себе броню. Фулл броня. Еще на меч не собирать, и вообще будет топово. Так, что-то забыл прокачивать, там инструменты, нам же надо сломать. Сломать кроватку желтым. Вот, у меня такие скинчики интересные, мне они нравятся. Так, нам нужно прокачать, давайте прокачаем ломание быстрее, чтобы мы смогли по-быстрому поломать. И давайте еще накопим на вот это и пойдем уже в атаку. Тогда нас точно не убьют, потому что у нас будет фул. Прям фул. И давайте я сейчас полутаюсь и выключу запись, а потом включу. Я немного полутался, и тут прямое включение. На нас нападает желтый. Желтый нападает на нас. Желтый нападает. Что? Это было ретро-перспективы. Такой специальный перк, который тебя потом отправляет назад. Очень жесткая штука. Она очень запугивает. Типа, ты думаешь, что он уже тут, но нет. Но все равно это ему не помогло, и он упал вниз. Так, красный бил желтого. На желтых идет атака, это хорошо. Так, почему я включил? Я хотел пойти снова полутаться алмазиками. Надеюсь, алмазиков у нас сейчас будет еще плюс. А где мои ботинки? Где мои прыгучести? А, я забыл, я же купил маску, ну ладно. Давайте тогда, у меня есть 6. Я там полутался, у меня есть 6. Я куплю себе зелье ускорения, оно будет намного быстрее и не так хуже. Так, давайте купаем, идти, пьем, так скажем, и пошли. Еще могу купить другую, только это уже будет прыгучесть. Но мне прыгучесть пока не очень нужна, это где-то, когда мы будем нападать на базу, она очень сильно понадобится. Так, и я аж не забываю про способ, как добыть много ресурсов. И уже скоро я его покажу, так как я уже скоро прокачаю до 16 левела и использую свой сундук. Да, давайте используем свой сундук на базе зеленых. Я видел там невидимку, я не знаю, мне кажется, это не наша невидимка, потом убегаем. На невидимках сложно биться. Так, давайте смотрим. У меня тут должна быть какая-то заначка. Так, открываем стук. Нет, я ее уже забрал, походу. Блин, я ее уже, походу, забрал. Не-не-не. Какой-то красный написал очень страшно. Ну да, как же не страшно биться против такого профессионала. Ладно, теперь нам нужно взять еще два алмазика и все. И мы уже сможем прокачать. Это вообще будет капец. Так, все. И прокачиваем спам. Плюс 200% на железо, золото и эмеральд. Это самая топовая прокачка спавна. И теперь у нас там будут появляться все. Прям все. И там лучше будет, чем на центре. Давайте туда сейчас пойдем. Самое главное, что сейчас нас никто не убил, потому что у нас сейчас нету алмазного меча и всяких других принадлежностей, как невидимость, тентишки и всякое такое. Так, мы переходим сюда, лутаемся. Опа-на, на нас идут, быстрее, нам нужно купить что-то. Покупаем. Я потратил, нет, бьют. Давай его дамажим. Задамажим. Нам нужно его догнать, он боится нас. На. Есть. Я же вам говорил, это прям очень жесткая пушка. Ну как пушка, Тинти. Она убивает всех с одного раза, если без брони, конечно. Так, ну и она у нее дорого обошлась. Купай алмазный меч. У меня фулл сет алмазный. Прям попал. Слышите, а давайте прокачаем еще алмазный меч, шарпнес. У меня тут есть шарпнес. Нет, у меня тут нет. Ну, короче, шарпнес и типа больше урона. Давайте прокачаем. Опа-на, все, прокачка. И теперь больше где-то на 1 хп урона будет наноситься. Это сразу выигрыш. Ты что за тут делаешь? Дай нам ресурс. Нам нужен ресурс. Хотя у тебя 9 хп, лучше купить. Зачем? Лучше купил бы яблочко. Ну ладно. Твое дело. Ну, молодец. Теперь нам нужно купить лук. Давайте лук. За 6 и стрел. Стрел побольше.
навык стрелы. У нас он тоже уже прокачанный. Теперь нам нужно купить прыгучку. И вот это парашют. И теперь мы должны купить, ну не должны, лучше бы нам купить, что она так, кнопочка, это неправильно стоит. А, все правильно. Купить давайте компас нам покажут игроки. Давайте купим побольше дерева и побольше стоуна. Ого, сколько он, давайте выпьем, это вообще-то мало будет. Фаербола сколько? Капец, сколько у нас фаербола. 16 штук. Так, теперь берем в руки прыгучку и идем нападать на желтенький. Я пошли нападать на желтенький. Покупаем, нет, зельки, я забыл про зельки. Покупаем это зельки. Сейчас выпьем, сразу будет комбо, все зельки. Так, первая зелька. Будем сразу идти и пить. Вторая зелька невидимости. И третья зелька прыгучести. Пробуем супер сплэш. И побежали к ним. Все, они капец. Они не смогут отбить на мою атаку. Хотя она в одного человека. Вот они даже меня не видят. Они даже не догадываются, что я тут. Что? У них уже сломано аппарат. Они даже сейчас не расставят. Держите. Парашют быть, да. Есть парашют, вот бежим. Давай, за ним, бежим. За ним. У меня закончилась скорость. Нет, у меня нет скорости, нужно купить прыгучесть. Нужно купить прыгучесть быстрее. Нет, он упал. Я купил прыгучесть. На. Есть! Остался только... Блин, я думал, а вон один есть, но он же лагает, ну то есть подпрыгивает. Надеюсь, мы подпрыгнем, да, допрыгиваем. И тут, да, это на, что? Что за читы? Что за читы? Какие-то были, о, все. Читы какие-то были. Ладно, теперь один желтый и один красный. Блин, не спрошу, фух. Парашют не спасает. Вон, кого-то вижу. Давайте возьмем комнату. Посмотрим, где находится. Так, там находится. Все, пошли. Так, облезаем стенку, так скажем. И идем воевать. Так, я видел. Он желтый. Желтый убивает синего. Надо помочь своему. Давай, скорее. Нет, он убил синего. Я только один синий остался. Нет, плохо. Так, поднимай. Чё ты боишься? Поднимай. Супчик. Никто это взять. Я сам пытаюсь сохранить. Ах ты. Так хочешь? Тебе не поздоровится. Вдвоём мой лук. Берем, давай. Опа-на, упал. Давай. Опа-на. Мало хп. Опа-на, давай. Сейчас его обстреляем. Давайте купим еще вот эту зельку прыгучесть. Сейчас мы его покажем, кто тут сильный, сильнейший. Так, поднимаемся. Поднимаемся по-быстренькому. Он сейчас нас попытается скинуть, мне кажется. Да, скидывай. Опа. Что? Ага. Где? Ага, вон там. Значит, так. Чем мы видим? Мы же. Кажется, мы добры. Опа. Есть проблема. Thank you.
вот. Давай. Сейчас киллы, сейчас киллы. Я говорю, не знаю, что. Кил. Есть. Все. Остался один красный. Где же этот красный? Нужно покушать яблочко, а вдруг он сейчас в крысу подойдет. Яблочко. Так, компас покажи мне, где он. Кажется, он крысит. Компас покажет на свою базу. Окей, пошли на свою базу. Ну, не на свою, на красную базу. Это его база, так скажем. По месту локации его базы. Так, бежим. Ах ты, а нет, он там. Я думал, он закрылся. Нет, он закрылся, он оказался, ну ладно, у нас алмазные принадлежности. Так, мы сейчас к нему закрываемся. Так. Открываем другие. Нет, не сразу. Мы это тоже. Это мы тоже прорубим. Теперь открываем и сразу бьем. И сразу. Опа. Я не ожидал, что меня летал. Давайте ставим ему хп, хоть бьет. Но. Эта игра была топовой. Спасибо, ребята, тем, кто смотрел. Я вам показал, как можно прокачать ресурсы до максимума. И как получить максимум ресурсов. И как сохранять ресурсы, даже если вы умерли. Спасибо за просмотр. Поставьте лайки, подпишитесь. Всем удачи и пока-пока.